Всем привет! Сегодня будем делать самоделку из динамика старинного. Для начала нужно распотрошить наш динамик. Просто берем и выковыриваем все из его внутренностей. Заодно можно глянуть, из чего состоит динамик. Первая попытка убрать клепки – это было сверло с дрелью. Увенчалось это все неудачей, и я решил воспользоваться старым методом – это болгарка. Надежный старый метод. С помощью болгарки и отрезного круга я удалил заклепки за 30 секунд. Теперь все нужно разделить. Раз часть, два часть, три часть. Нам понадобится только две части. С магнитом и задняя часть. Как раз таки с той задней частью сейчас мы и поработаем. Сверлим отверстие. Сантиметр минимум. Теперь берем мечик и нарезаем резьбу, воспользовавшись плоскогубцами, так как держака для мечиков у меня нету. Сейчас пойдут комментарии: да ты что делаешь? Это же мечик! В общем, с горем пополам я нарезал резьбу под болтик М6. Теперь все части соединим. Сверху кинем шайбочку. Ну и прикрутим все остальное. Хорошо затянем ключом, и у нас получается, да-да-да, у нас получилась крутая магнитная масса. Осталось только проверить. Все работает на ура. Давно хотел себе сделать такую магнитную массу. Наконец-то сбылась мечта. Я сделаю себе. Она удобна не во всех случаях, но бывают такие моменты, когда очень удобно с ней работать. Я не скажу, что всегда, но в большинстве случаев. Ну, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, поставьте лайк. Пишите комментарии. Ваше здоровье. Пока-пока.